Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Ну что, продолжаем игрушку под названием I am fish. Обязательно поддержите лайкосом, если хотите продолжение. Так, этот вон чувак этот дурачок вот тут стоит. Еще оплакивает ее. Чуть нас не уничтожил. Так, вообще, куда мы плывем? Ой, Миша, блин. Аккуратно. Что здесь мы явно плывем в нужном направлении. Шприц просто меня хочет атаковать, я так понял. Слушай, надо крайне аккуратно. Вон, наверное, нам сюда. Только не говорите, что мы в фонтан зайдем. Жесть, вы издеваетесь, что ли? Зашибись. Сейчас бы нас в фарш превратили. Вот это поток. О, это эй, сейф. А как мы... Ого! Класс! Слушайте, ну это экстрим какой-то начался. Я хотела спросить, как мы без аквариума-то будем? А вот, пожалуйста. Что ответ раньше найден. Так не получалось? Очень странно. Блин, раньше тихо... не было такого фонтанного взрыва. Так спокойно, никакого течения. Вон здесь видно нет. Хлебушек снизу, но как его ой, забрать? Какой хлебушек? Ты про какой? Вон там снизу. Простите, да зашибись, я только из этой тюрьмы выбрался. Нас двое? У меня друг, который будет здорово. Не мешаться. Вон, кстати, хлеб видно. Ты хочешь заставить меня за ним ехать? Ну... Для меня это будет настоящее мучение. Даже ну ладно, не хорошо. Блин, учитывая... Вот, Юль, нас теперь двое здесь с тобой. В одном походу. Аквариуме. Ну, тусим. Кстати, судя по моему умному виду, это точно я. Злобным, я бы сказал, на самом деле. Смотри, какой злодей там. Да, это... Что ты лезешь? Ну, это определенно я. А вот всё. Этот вот такой милой наружности, это Мишка. Прёт куда-то, непонятно. Так, ладно, сейчас. А я такая, Миша, за нос... сейчас за жопу ухожу. Едь быстрее, да? Так, ладно, аккуратно. О, ну я понял. Ну мы здесь, наверное, проедем, да? Ой, абсолютно. Ой, ай. Всё, мы на месте. Я думаю, что нам нужно вот музыкальную здесь дверь открыть. Хорошо, разворачиваем свои плавники в эту сторону. Давай, помогай, Юля. Ничего себе, в ухо долбит. Кто тут врубил так музло? Скажите, какой-то, пожалуйста. Интересно, а в стиралке что-нибудь есть? Ну ладно, пофиг. Офигеть, это что так играет громко? Вы чё, издеваетесь? Где-то... Что здесь так... О, кошачья лапа, это плохой знак. Это очень плохой знак. О, нам сюда... до сохранялки туда. А и хлеб. Хлебушек. Ну уж раз хлеб я здесь вот есть... про него, скорее всего, и говорила. Ты его видел? Да, снизу. Так, ну вообще этот хлеб я не помню, только нам звездочки дает. Вроде все. Наверное, нам сюда. Первая рынь, скорость. Рынь. Вторая. У нас две мощности рыбьих, между прочим, должны нам. Оп, так. Стоп. А как здесь ты... надо аккуратно, что? Да. Особо ты не разгонишься. Кайф. Тормози, ну. Мужик, помогай. Пипец. Все. Прибыли. Ну вот утащили на дно ой, нашего. Ой, как хорошо, что другана. Сейф тут. Там дорога, и вот это меня больше вот пугает. Вот правильный сейчас угол выбрал. Спасибо за совет. Правильно, да неправильно. Как все, ее заносит. Все хорошо. Я не могу. Спрашивали, где сложнее управление, здесь или Dark Souls. Управление сложнее здесь, но игра, конечно, как у душ посложнее, конечно. Да. Так, ну я могу либо прямо. Давай попробуем. Ну да, сейчас. Сейчас ты, может быть, вот... Откалибруюсь. Ага, да. Ух ты, блин, страшно. Хорошо, что они никак не прогибаются. Как обезьяна. Мимо побегала по... Все, понял, обезьяна Юля. Ты решила всеми сегодня побывать? Да. Блин, слушайте, меня... У меня вселился дух природы. В эту игру, я, если честно, не знаю, с головной болью лучше не садиться. Потому что так напрягаешься совсем. Да не, нет, знаешь. Мне кажется, из-за того, что она, видишь, такая медленная, тебе кажется, что ты прям реально... Да знаешь, медленно здесь это... Блин! С тяжестью преодолеваешь. Вы что, хотите еще сердечный приступ, чтобы у меня случился? Так, ну, наверное, нам... Тихо. Наверное, в промежуточке, да? Да, вот, я вот. Думаю, что я хотел сказать, сюда. Напрягаешься от того, что ты хочешь повернуть... Господи. О, прям под музыку. Повернуть тщ! Оно а так оно просто долго, не сделаешь. Да, я про это и говорю. Как будто ты прям реальные усилия прикладываешь. Ну, да. Ну, каждый по-своему ощущает, но суть одна и та же. Так, ну так, я понимаю... Нам сюда? Походу, что-то. Что-то как-то не выглядит надежным. Да, пофигу. Слушай, мне такое чувство, что... Смотри, это разгоночка. Разгоночка все, пошла. Хорошо. Адский разгон нам. Нам хана, сами это понимаете. Точно. Это сколько... Ой, блин, тихо. Страшно, вырубай, блин.
врубаем. Нам сюда... Да. Да. Друган, мы на свободе. Фух. Так, вот трубы есть. Нам явно в трубу, и нас, скорее всего, вытолкнет. А что, друган-то? Друган-то... А он теперь все, нам не друган. Слушай, в Марио Одиссе такая тема не была. Не друг ты мне больше. Рыба. А точнее, не брат золотая. Ты мне больше, вот так. Давай попробуем. Ну, нас, этому. На самом деле, либо просчитать путь, либо методом тыка. Это один из самых простых способов. Ой, ну нам ведь явно не наружу надо. Мне кажется, нам надо попасть в самую большую трубу. Ну да, я тебе говорю, методом тыка. Хотя он еще какая-то мелкая дырка есть. Смотри. Или что это там? Люк какой-то. Ладно. Слушай, здесь более короткий путь. О, все. Куда надо? Идеально. Ну, нас, скорее всего, на скамейку. Эй! Банка? Да ну нафиг. Серьезно? Зачем? Кто банка? Ее здесь оставил? Сейчас какой-нибудь опять мужик выйдет. А я не... Да, вон, Миш, я вижу, вон там... Я не знаю, как ее управлять, вот в чем дело. Я не могу завернуть. Это же жесть. Как мне... А вот как-то ты поворачиваешь. Мне нужно в хвост. Жесть. А, вот там я вижу чешуйку. Значит, туда. Вон, видишь, вон там золотую? Наверное, туда, но это не точно. Слушай, а прикольно. Здесь Боузер проходил, нам... походу. Точно. Ребята сообщили, что этот создатель вроде как хирурга симулятора. Где... Ну тогда понятно, да, откуда Миш, про управление, руки растут, да. Да? Вот. И, господи, нужно уткнуться в один угол, чтобы разворачивать. Ух ты, нифига себе, дали. Да, точно, я была права, что нам сюда. Мужик, здесь в туалет ходить нельзя. Отойди дальше. Я, кстати, тоже подумала про то же самое. Вот единственное, здесь, конечно, тяжелее будет по узким местам проходить, потому что... Так, сейчас мы вот эту тяговую... Угу, все, пошли. Аккуратненько. Ну, всё. Возможно, тут есть какая-то своя стратегия, если резко, может быть, в другую сторону. Ну, можно, вот смотри. Надо привыкнуть, просто приходится адаптироваться. Сейчас я постараюсь разворот сделать нормально. Что она пока катится и катится. И вот давай, все, вот. Я хотел... Еще резче надо было. Отлично! Я уже видел, куда падать буду. У меня такое ощущение, что с этой штукой у тебя даже лучше дела. Нет, обстоят. Я уверен, что это... Давай заворачивай, не... начинай. Да, 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 да. Блин, смотри, как прям права сдаю на банке. Сейчас. Все нормально. Корректировка немножко... подошла. Сейчас. Начинай. Здесь не начинай, страшно. Начинай. Видишь, я четко чувствую. Да, хорошо. Начинай! Все. Жму педаль. Так, ну здесь не страшно. О, блин, да нельзя так сказал делать. Сказал Миша. Какой-то скример, блин. Так, сейчас надо отсюда теперь в ту сторону вылезти, что да. Куда-нибудь нас пустят сегодня, или мы застряли тут? Давай, вот, да, вот, 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 я пытаюсь. Отлично. Фух. Блин, нельзя так делать. Господи. Миша такой, ну здесь не страшно. Тормозим. Поедем сюда. Так, так. Ага, все идеально. Не, мне даже банка, ну, естественно, не знаю, как тебе. Больше нравится? Да. Согласен. Отказываюсь. Понятно, я не буду смотреть, как я умру. Так, мы знаем, что сейчас здесь упадет. Так, тогда идем по этой классе. Да. Просто тебе надо не разгоняться. Угу, хорошо. И вот сейчас, как только мы пройдем вот это место, тебе надо сразу заворачивать. Хорошо. Инструктор Юля тебе подскажет. Хоть меня физически здесь нет, разворачивайся. То есть ты как... Как тебе? Нет, в каком смысле? Ну, я имею в виду, помнишь, куда я же была рыбкой-то. Я понял. Я извиняюсь, я торможу, я просто не знаю, куда. Вот сюда. Да ты как будто проходила, что ли, так вот сюда. Ну, блин, тут логично. Я не первый, что ли, здесь, так скажем. Да, ты второй мой испытуемый. Я блин, на самом деле ты просто только сейчас развернулся, я увидела эту штуку и стало может, понятно, как-то, что сюда. Ну, по-другому хотя, здесь... Хотя, блин, я подрываю свой авторитет тренера. Как-то не так, мне кажется, я должен был тут проехать. А мне кажется, что все в порядке. Да? А мне кажется, я должен по этому ровно проехать. Да как какая патрон. Разница, а я тут, главный смотри, результат. Фу, она не разбилась. Так, ладно. Разворот, поворот. Так, чуть так, назад, назад, паркуемся, учимся парковаться. Блин, она такая жестокая тема. Ну ладно, я еду. Блин, и слушайте, чуть вот, да, вот, мне всё. На самом деле нравится, как развивается вот эта идея, потому что вначале как-то с этим аквариумом, я думал, все будет с ним. А тут, видишь... Так, чуть поправиться бы, нам чуть... Ага, вот сюда, да, вот в этот угол. Да пытаюсь. Так, ага. Ты просто видишь, очень сильно приходится компенсировать потом. Ну, главное, еду каким-то макаром тут. Вот. Иногда перебарщиваешь ты. Ну, знаете ли, я еду в банке, чего вы от меня ну, хотите? Я, как это сказать? Я даже вижу, что... Ты лучше, Миша, все в порядке.
В том смысле, что она треснула, вот что хотел сказать. Ну там на самом деле под нами вода, нам не страшно. Ну, с такой высоты этого я не хочу, а в банке. Интересно, реально, если рыба с такой высоты, она тоже, наверное, помрет, да. Ну, мне кажется, сердце становится. Не выдержит такого шока. Ну, об воду, я тебе могу сказать, высоты, это Я вижу, что справа хлеб, но не знаю, стоит ли за ним ехать. То есть у меня два пути, да? Сюда налево, это, скорее всего, ну, как бы, прохождение. Да я справа хлеб этот видел, как говорится, в гробу. Все с хлеба началось, с этого дурацкого. Так что буду избегать его. Я хочу просто спасти своих друзей. Мирно, спокойно, да. Вот это я, конечно, застрял. Немножечко, оно еще назад откатывает. Во, все. Вперед, передний, все. А иногда надо посередине пытаться. Да я вот пытаюсь, но не всегда получается. Все. Я понимаю, конечно. Начинаю, чуть-чуть корректировочка. Да жесть. И вот сейчас, кажется, заворачивай. Хорошо. А куда вот лабиринт? Прямо? Конечно, да. Ну, уже все ну поздно. Здесь сокращенка, возможно. Типа она более сложная, может быть. Мне кажется, что да. Ну, я не боюсь. Так, сейчас. И вот сейчас... Ну вот так, смотри, я пролажу. Да. Угу. Сейчас даже ничего страшного. Направо, да? Да. Ой, налево. Я почему-то в сторону в последнее время путаю, странно. Так, сейчас. Направо точно надо сдавать. Ой, вы чё, мужики? Чё творится? И что теперь? Походу нас сейчас заберут туда же. Только слушайте, не говорите нам. А раньше-то нельзя было туда сразу же, вот а? Именно. Все, понятно. Ну, неплохо, отправьте неплохо. Отправьте сигнал. Ура, мы спаслись. А где друзья-то? Ты радуешься? Коралл, кстати. Столько банок мы пережили. Так часто, как эта рыбка, мне кажется, никто не переезжал. Стой, это он вспомнил или что? Или видит кого-то? Да, это вьетнамские флешбеки. Или, погоди, уже его место занято. Я не понял. Нет, я думаю, что он такой, типа, я сбежал, но мои друганы здесь, я не могу их бросить. Мне кажется, что это надо понимать. У рыбы больно много образом. Мозгов. Опять солнышко. Такой, забери меня, Понятно. О, теперь мы станем повелителем людей. В мозг ему залезем. Че он сейчас? Штаны сейчас заплывет. Да, похоже. Уиии! Че он такой довольный-то? Я не понимаю. А, он сдает сигнал, чтобы увидели, понимаешь? Чтобы он блеснул. Точняк. О, смотри, теперь появился уровень. За кого хочешь, забиранию. Типа. И за фугу. Давай за фугу. За фугу? Давай за фугу. Болото какое-то на высоте. Давайте за фугу посмотрим реально, как оно будет. О! Чайка! Мое! О, логочайка. Как в этом было? Или мой? Да. Вообще, как она... Минус чайка. О, Бо-бо-бо-бо. Сигнал принят. Команда... А он такой, а мне тут неплохо живется. Мстителей собирается. Не хватает только меня. А кто вас кормить-то будет, товарищ? Встреча выпускников предстоит. Походу. Так они будут сами себе добывать да на гениально. Воле, понимаешь? Они ну, окей. А как рыбы живут на воле? Ну, они в своих фаунах живут. Они все вместе. Ну, в плане, я не думаю, что пираньи как хищники. Ты Мадагаскар не смотрел? Да я понял вас, хорошо. Окей. Так, ладно. Это правда, меньше вот этих нужно всяких. Блин, мне нравится, что здесь монополия по аквариумам. Абсолютно одинаково везде аквариум. Да. Ты видишь, он вообще без еды, без водорослей. Держит просто в банке с водой. Так. Жестокое обращение с рыбами. Но он, это знаешь, как это, я тебе говорю, это карцеры, то есть передержка за плохое для поведение. Будущего какого-то задела. Но фугу, я не знаю, кто тебя вообще фугу держит дома. А, да уж. Для того, чтобы потом его отправить на... Куда? Что с фугью взять? Переработку. Нам вниз, наверное, да? Ну да, но только почему-то здесь сохранялка сверху. Я не знаю, она просто, я не знаю, куда она делась. Нам дает. 100 пудов там что-нибудь есть. А может, она уже и сработала, кто знает. Да, она сработала. Она еще исчезла. Хлеб! Слушай, ну хата неплохая у вас. Ой, тут кто-то будет. Тут питомец есть. Здесь есть зверюга. Мут, вижу пятна. Это собака.
Так, чует моя фуга. Неладная, да? Наверное, вон там на сохранялка улице. Есть. Я просто смотрю, как люди живут. Ну и правильно. Как фуга изучили, да, они тоже. Все, сохранялка сработала. Что-то мы как-то это прям в каком-то солидном домике-то, я тебе могу сказать. Эй, пес, выпусти. Открывай, нас. Да. Миш, такое ощущение, что нам, знаешь, куда? А нет, здесь не кнопка. Может такого. Мне быть. Кажется, мы сейчас, смотри, сейчас все будет. Сейчас мы вот эту штуку оттянем. И все. Не просто. У этой рыбы мозгов больше, чем у меня. Ну, я за нее так-то играю. Спасибо за комплимент тогда. Пожалуйста. Косвенно. Ну, для человека, может быть, ну, как не видишь, особо много. Нормально, мне хватит. Ладно, шут. Для ты обеспечения молодец. Жизни хватает. Так, ладно. Ой, какие здесь места красивые. Да-да-да. Мы, ну, так, вольные пташки, так скажем. Блин, конечно, это... Не скажу, что удобно. Чё? Ничего себе. Вот это функционал. Вот это поворот. То есть мы можем в любой момент... И катиться таким образом. Слушайте, здесь другой уже реально геймплей. Слушай, да. Новые фишки появились. Интересно, как у других будет. У нас пиранья и... Вот не знаю, что пиранья, но летучая явно будет летать. Пиранья, наверное, может... Логично, что что-то кусать. Наверное, да. Так, вот здесь докатимся. Блин, прикольная механика. Класс. То есть та рыбка вообще самая, типа, simple-dimple. То есть вообще просто пустая. А, которая первая это простая, была? Простая, да. У меня она нету. Такая, так мне тяжелее живется. Ну да, это правда. Блин, прикольно, здесь надо вот именно прокатиться эти места, иначе хана. Так, разгоночка пошла. Атмосферка прям топовая. Блин, здесь... Мне еще Альбу напоминает. Прям не могу. О, ну сюда мы вряд ли запустимся. Скорее всего, если ты такой... Сейчас. Ну ладно, это хлеб просто вот перенос. Вот сюда, возможно. Ой, у меня блестит. Залез. Она моё. Так, прикидываю, главное... если бы рыба реально такие звуки издавала. А фуга, ты знаешь, что она звуки издает? Рар! Ну, такие вряд ли. Но, тем не менее, если вы когда-нибудь такую рыбу встретите, бегите может, от неё. Рыба-лев. Рар. Опасно было бы. Да уж, не то слово. Это вам не пиранья. Скрима-рыба. Слушай, ну здесь на самом деле больше на отпуск похоже, чем я тут это... Так вот. Сравни с золотой рыбкой. Направо пойдешь. Налево короче, пойдем. Налево пойдешь. Там как будто заросли справа какие-то. Не уверена, что мы бы прошли. Может, конечно, там была секретная какое-нибудь место. Концовка. Ох, ё-моё. Как мячик. Блин, ну а как она... О, ну а это... хлеб как? Раз, типа, сейчас или никогда? Сейчас. Ой. Надеюсь, мы в то место приперлись. Вот теперь только вопрос. Нам, наверное, вниз... Нас течение ведет сюда. Сейчас мы, короче, в какой-нибудь канал-то и это. Укатим, да. Вот тебе камень преткновения. Встретимся в океане, как говорится. Ну, мы-то как раз к нему, к золотому. Ох, если честно, хотя, может быть, я забегаю вперед, но реально, как будто у той рыбки золотой, ей да гораздо тяжело. Сложнее пришлось. Вы прикиньте, по городу. Погоди, мне кажется, это первая миссия за нее. Погоди, еще. Может, там накидают все. Там с самого начала было тяжело. Потому что ты только вошел в эту игру. Поэтому тяжело. Так, ладно. Что-то мне как-то колбасит, я кверху хвостом. Нездоровые. Кверху брюхом. Самое главное, чтобы не было. Ну да. О, вот так даже лучше. Кверху брюхом? Не-не-не. Видишь, полностью в водичке. Ты контролируешь. Все, поехали. Ситуацию. Фига себе. Клево. Нам воздуха не надо, как видите. О, блин. Вот это разгон. Ай, нам надо срочно направо. Сдохли. Была рыба, нет рыбы. Да, тухнуть придется там на жаре потом. Ладно, нам надо водную среду. Среду, да. Чтобы не помереть. Ну, типа, все, это, обновили. Счетчик. И направо. Ну, там и налево срочно. Есть. Срочно. Ну, направо-то быстрее. Ну, фиг знает, может быть. Ну, пофигу, зацепили. И вот сюда тоже направо. Ну, сорян, уже... Сейчас или не сейчас? Не сейчас. Не ну, сейчас. Как обидно. Вот а надо тренера своего слушать. Да я уже почти добрался. Ну, что ты будешь делать? Все так говорят. Ладно, тренер. А потом оказываются где-нибудь в раю. На лугу, я тебе говорю, тухнуть и рыбу клевать меня будут. Рыбы, говорю, птицы.
Рыба, это как жестко. Так, вот где сейчас? Здесь направо-то? Там, вот тут. Но оно как бы, оно так резко-то не заворачивает. Все заворачивает, смотри. Хорошо. Ну да уж, отсюда мне хватит, да, тут. Разгоняй давай. И теперь давай, рынь-да-гдынь. Должно сейчас хватить. Конечно. Уже все, станы. Куда? Все, все, все. Хватило. Всеми своими жабрами вдохнуло. Ох, меня как прикольно тут глючит. О, буду под водой. Хотя ничего не видно. Так вот и именно. Блин, ну тут у вас ручей бесконечный какой-то здесь. Прям. Путь не близкий. Можно унитаз подключать к этому. Я думала, все. И все, победа. И на сковородку. Звук победы называется. То есть, ну, клево, мы можем, по идее, типа, за всех проходить. Получается, мы сейчас в лес отправимся. Ох, лес. Ой, куда я? В лес. А, в лес. Надо. Неплохо. Тебе, наверное... уровни рыбы. Нам сюда. Брум-брум-брум-брум. Слушай, ну нормально. Тяга хорошая. Единственное, здесь как-то слишком тихо. Это лес. Я, конечно, рада, что... Ну, я про то, что что-то... Ни одной зверюшки нет. Ну, птички только. Не хотел. Полигонов не завезли. Это матрица. Да, рыбница. Нео теперь превратился в рыбу-фугу. Так, давай немножечко зарядимся, да. И погнали. Все нормально. Ух. Сейчас. Все нормально. Какие-то дырки. Ну тут все сохранили. Блин, уперся. Так, надо сразу. О, стоп. Вот здесь объехать. Шипы на шипы нельзя. Судя по всему, да. Надо аккуратно. Что-то тут вообще. Вот здесь надо четко по середине, да, проехать. А, нормально будет. Тихо, спокойно. Еще фиг, главное не стукнуть. Гонка. Ну слушай, вот она на суше гораздо быстрее, чем в воде. Ну, у меня такое ощущение создается. Вижу, сохранял. Зашел прям нормально так. Слушай, ну, нормально, я несусь-то быстро. Это точно. Так, все, чекпоинт. Миш, походу, твоя тотемная рыба, это фуга. Ну, как бы сказать. Не то, чтобы я сильно рад, да и не расстроен. Такс. Где мне объезжать-то? Тренер, давай, включай. Ну смотри, есть вот справа место. Ну там долго, я не знаю, ты успеешь доехать-то. Ну, значит, я была права. Эй, чё сдулись-то? Чё сдулись-то? Фух, было близко к тому, что... Все, видишь, тренер разобрался с ситуацией. Все отлично. Твоя какая-то, да, тотемная рыба. Или ты ещё... Я еще не знаю, мы еще две рыбки не посмотрели. Может, у меня другой лучше будет еще. Еще лучше. Если я тебя хорошо натренирую. Понятно, значит, ты как мультирыба, я так понимаю. Да. Окей. Я царь всех рыб. Я вобла. Вобла царская, да. Сушеная. Такс, все отлично. Как там ее пилять или пилять? Ну, хорошая рыба, согласен. Да. Такс, вот тут уже контролить не это просто. Если что, реально такая рыба есть, так что. Вообще. Так, ну здесь вообще, я тебе говорю, это... Мы на этой рыбе отдых. Я там уже той. Блин. Сказала. Да Юля... не, нормально. Сейчас разгончик возьмем. И все, и поехали. Нормально, Вальды. Так, давай это обратно. Тренер, есть информация. А вот здесь попробовать. Но это не точно. Сейчас, ладно, еще разок, просто посильнее. Ты че, в самом деле? Вот, ну здесь, вот, по-моему, чуть правее. Блин, сейчас. Более выгодное положение. Да, оно как-то вот этим еще течением прибивает. А мне точно сюда? Ну, а куда еще-то? Здесь так, шипы, значит, нам туда. Я понял. Я сделаю как... Ход конем. Ход фугой. Вот, все. Все, идеально. Видишь, я тренирую твои персональные навыки. Я понял. Чтобы ты мог в любой ситуации... Фига себе. Справиться. Ой. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Я пойду по правой части. И надеюсь, все здесь спокойно будет. Кстати, ни одного хлеба здесь нет в этой карте. Ну, они, может быть, в лесу где-то, ты как-то конечно, хлеб запрятаны. Встретить. Под водой? Не знаю. Кто это такой старательный? Вообще, что здесь произошло? Судя по заставке, тут специально именно этому мужику хлеб подсовывали.
А мне кажется, что меня? Видишь? Нормально так забрало. Тот мужик, Боб, лысый. По-моему, он был грустный какой-то, и, скорее всего, дали это был веселый хлеб, да. Не, мне кажется, это дело в другом. Ну да ладно. Не знаю, он видишь, такой Боб, и такой, блин, подсунул-ка я ему. И как? Мы должны сдвинуть, типа мы должны разогнаться, что ли. Ну, как бы, конечно, все понимаю. И раздуться, и сдвинуть. Я тебе не Power Ranger, как бы, знаешь. Ну, я не знаю другого способа. Может, мы воткнемся, типа, шипчиками такие, тик-тик-тик, туда наверх. А это, блин, болит. Ну, серьезно, объясните, я не понимаю. Может, снизу где-то что-то есть. Может, надо разогнаться. Да, и избить. Ну, нет, и подпрыгнуть как-то вот. Слышал только что, теорию безумную. Слушайте, в голову пришла безумная идея, сейчас попробовал ее, и она сработала. Смотрите, накачивайтесь и выпрыгивайте. Всё. Ну вот я это и предлагала, перепрыгнуть. Да, походу Мэтт согласен с твоей идеей. И оно получилось. Ай. Сейчас Мэтт выговорится. У него диалог с Фугой идеально бы подошел бы, так скажем. Да. Так, ладно. Вот такой у меня с рыбой разговор короткий. Какой? Мяу? Вот такой что? Так, нам надо опять, наверное, вниз нырнуть. Сейчас. И причем ехать и ехать, накачаться и... Немножко неудачно. Синтолу. Да, может быть, и это помогло бы. Просто ударить по этому бревну. Да. Так, ладно, сейчас. И... Почти. Оп. Так, нет. Тут чуть ниже надо еще. Я здесь не могу четко понять. Вот отсюда давай. А, ну как обидно, а. Фу, еще разочек. Ой, да что ты такое есть? Чуть-чуть не хватает. Вот давай в самое дно упремся. Во, супер. Идеально. Теперь надо доехать только. Ну, нам налево, да. Дожить. Я до в тебя верю. Темнеет в глазах. Нет, только... Фу. Все в порядке. Че, тренер? Сжалась фуга-то. Переживаю за тебя вообще. Понял. Просто. Так, ладно. Да, размеров малька и кринки. Все нормально, ни одна фуга не пройдет. Ну ты и фуга. Так, поехали потихонечку. Так, все, и сразу же сейчас просто. Вот этот уже более такой. Да. Сложный уровень. Все, опять. Теря, не видишь, нас пихают механиками. Прикинь, потом переключаться между персонажами, это ад будет полный. Стартуй! Все. Ой. Вот это был косяк, который будет стоить мне, скорее всего, жизни. Это очень печально. А, ну мы ведь почти долетели. Нет, да вот же она. Вот это... Прикинь, я уже начала свет в конце тоннеля так видеть. И рыбу уже, по-моему. Так, надо это уже выплыть. Ну, на самом деле, довольно реалистично. То есть можно в каком-то смысле начать отключаться, но потом прийти в себя. Потом бух об воду и врубился. Да. Вставай, Ержан. Да. Работать так. Пора. Теперь сюда нужно каким-то образом. Ну так же. Запузыриться. Так, ну давай попробуем. На самом деле уровень подсказывает, что тебе делать. Опять эта бутылка. О, твоя любимая. Как без этой банки мне жилось. О, ё-моё. Так, ладно. Нам потихонечку. Под скамеечкой. Погоди, это что, атака чайки? Здесь чайки будут. Да, смотри. Ну конечно, мне только этого не хватало. Ба-ба-ба-ба. Да тихо ты, куда ты едешь? Езжай туда. Так, все, потихонечку. Потихонечку. Скорее всего, нам надо под скамейками, да, под скамейками. Ну, конечно. Смотри. Нужно, наверное. А, это типа она нас замечает. Да, 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 да. Жесть. Ну, это, конечно, угарно. Надо не по камням. Блин, она меня сейчас тут заметит. Скорее всего, да. Ага. Ничего страшного. Не видит, ну не видит, мы почти доехали. Тихо-тихо, разворот. Ой. Ударился. Давай-давай быстрее под скамейк. Да ладно, что ты? Да мы сейчас в защите будем. Полицию вызвала. Ты видела это? Что-то... Да, я видела, это было опасно. Мне блин, такое они ощущение, сейчас что... будут... Они так просто тебя не отвяжутся. Надо сюда... Ай, да развернись. Они, ты. Знаешь что, наверное, они просто тебе мешают. Они будут. Разобьют. Блин, это надо было в калитку заехать, да. А я... Не убилась бы ты, фига она. Я не знаю, до размеров чего она там сплюснулась. У нас такая бутылка поюзанная уже. Да.
Так, нам вот... А, вот здесь. Господи, быстрее. Проехать вот в эту бы. Сейчас нас уничтожат. Морально и физически. Это они, видишь, это тупые чайки, они так пугают. Фуга-то поумнее, конечно. Конечно. Так, все. Давай, проезжай, проезжай. Но если они нас под столом могут уничтожить, это вообще будет, ну, как-то странно. Так, все, потихоньку. Они такие, все, рыба, путешествующая в бутылке, это тоже немножечко странно. Ну, нет, странно. Ну, просто уж физику-то уж надо как-то это... Так, учить? Куда-то... Да, матчасть. Ой. Фуга, 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 дуйся, дуйся. Ох, ой. И отсюда... Отсюда сюда. Вон туда. Да, фига надо. Себе тут, конечно. Так, давай чуть вот... Ага. Куда ты едешь? И перепрыгнуть. Сейчас мы булькнемся. Все отлично. Прикольно, а теперь еще и в мусорных контейнерах каких-то гонять. Вот это, конечно, путешествие массивное такое. Кто бы мог подумать. Все, давай. Только не... Так, что-то мне не нравится. По-моему, хотите сказать, что нам теперь сюда? Я представляю, со стороны просто контейнер такой. Путешествует. Знаешь, сколько весит по факту? Нам налево. Вон там сохранялка, да. Да, нам надо туда. Явно справа, возможно, и есть что-то. Я только чайку. Хотя вряд ли туда. Ну как мы туда попадем? Заедешь. Все. Ну, мы не обращаем. А что темнеет? Все нормально же, я в воде. Просто освещение такое. Я понял. Так, нам нужно будет сейчас. Эй, рано времени. Раньше времени, ё-моё. Я. Ой. Блин, ну все. Мячик потеряется. Мячик, реально. Так, хорошо, ладно. Это. А, благо. Нам стоп. Я неправильно понял. Все-таки, значит, нам вот сюда. Сейчас, вот сюда, может быть, слушай. А, давай попробуем. Блин, а я в эту опять залетел. Ну тут, конечно, проще, наверное, подождать. Так, сейчас. Ну тут, мне кажется, наверное, реально, ну. Видишь, ну, это не сюда, вода не да. засчиталась. Надо просто поплотнее, что ли, вот сюда. Да, давай. Вот. Так. Отлично. И все. Ой, блин, зачем я выключаю? Баночка! Банка, нет! Ну там же вода, я вижу. Эй. Там воды нет. Я понял. Хорошо. А, спасибо. О, шикарно. Так. Так. Странно, что у нас звуки какие-то странные. Сейчас, погодите. Или так должно быть, что мы возможно. Как будто под водой? Ну, скорее ладно. Всего, да. Так, потихоньку. Блин, это нам теперь здесь везде спуститься надо. Ох, а теперь чайки-то нам будут мешать здесь. И хлебушек тут еще. Вон они. Ой, ну и жесть. Ай, ну и жесть. Тут они уже встревожены, я тебе могу так, сказать. Тихо. Сейчас тихо, начнут тихо. Свою дичь. Ну это же вообще, это надо... Супер. Окей. А не проще тогда вот здесь слева проехать? Я просто поеду прямо. Пофигу с хлебом. Окей. Я не знаю, конечно, получится или нет. Сейчас я буду тормозить. А, слушай, а если я здесь раздусь, ничего? Так, вот поэтому, наверное, очень аккуратно надо ехать. Скорее ого, всего, чайка да. уже атакует. Мы как будто в ванной находимся сейчас. А, это подстава. Ясно. Я понял. Так, и тут и тогда и я тут не смогу. Подстава. Блин. Да. Ну, то есть тут один ход. Вон только эта дурацкая такой. Чайка справа. Угу. Ну, просто здесь надо не тормозить. Просто нужно ехать. И вот тут всё, можно потихонечку, было. Потихонечку. Не, я лучше по полной. Пофигу, извините за хлеб, но я жить хочу. Вон, видите, чайки из стен уже атакуют. Так, вот сюда. Потихоньку. Мы сейчас сюда выйдем. Оно сохранится и уже не страшно будет. Так, все, теперь. Не ну, страшно. Да, у нас все откалибровалось, да, быстрее намного. Так, а тут только диагональю теперь, да? надо будет. То есть сейчас сюда, потом направо. Не просто. Сейчас, аккуратненько. Аккуратненько, тихо, досочка. Я помню, что ты плохая. Блин, да как ты издеваешься над нами? Вот шло все замечательно, было про. Спасибо. Блин. А что это она тут забыла? Мимо летела. За хлебом. Так, ладно, сейчас. Секунду. Может быть, попробовать как-то чуть по диагонали? Не, походу, нужно просто очень слабо. А не как я тут. Упс, это плохой знак. Но. Смертельный. Прошли. Фух. Причем мне только изи. Непонятно, почему реально звук
Мне кажется, должна быть музыка, а не вот такой, что мы как-то ударились об воду. Но мы, к сожалению, ничего с этим поделать не можем, поэтому будете слушать, как мы как будто... Реальный слух рыбы. Это чайка в баре тусит. Встречается как-то чайка и рыба, да, и фуга в баре. Так, я вижу хлеб. Ну и нам явно сюда. Слушай, ну сейчас она не ищет нас. Скорее всего, знаешь, что надо будет сделать? Заехать вот... А вот здесь нельзя заехать, понимаешь? Mm-hmm. И тут только вот здесь. Тут ее наглая рожа за нами смотрит. Блин, тут крест-накрест. Жесть. Куда мы попали? Это Last of Us или что? Я не понял. Давай. Мы можем, конечно, заехать за хлебом, но я не знаю, чем это будет нам... Чего это стоить будет нам? Стоит ли оно того? Ну, ладно, настолько здесь... ли он вкусный? Но зато безопасно. Она вроде не смотрит. Да. Так, сейчас сразу же разворот. Прямо из-под ее клюва увели. Стырили. Так, теперь нам нужно здесь где-то разогнаться. Блин, здесь сломанная доска. То есть этот хлеб вообще не обязательно был. Сюда. Да. На X вот этот выехать. Угу. Я вижу свой путь. Блин, ну ладно, я вот тут и поеду. Сейчас, потихоньку. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Да, и мы не знаем, что это такое. Практически. Ну как долго же? Вот как я не люблю это аквариум, вы не представляете. У меня фобия будет потом. Я тебе говорю, бутылка была гораздо круче. Да, согласен. Бутылка гораздо лучше. О, все. Ой, ура. Надеюсь, добрался. Блин, еще целый объезд. Видишь, как будто на туалете сидит. Так я тебе говорю... Тут вот, хотя я не знаю, тут какой эффект, закрепляющий или наоборот, выходящий. Доска какая-то воздушная. Только не говорите мне, что здесь будет подстава какая-нибудь. О, наконец-то еще ракушка. Выпустите нас, пожалуйста, на свободу. О, и... все. У нас звук леса странный. Так, слушай, что-то как-то тут... Долго! Вода же была! О, еще у нас две клинические смерти на нашем счету. Ё-моё. Так, понял. Наверное, может тоже попробовать чуть-чуть из-под низу. Все, я вот так поеду. Давай, рыбёха. Гони. Заводи мотор. Едь. Ай, палка! О, вижу. Блин, у нас потом реально инсульт будет. Давай вниз прям и с разгона, да. Давай, прыгаем. Тренер, почти. Ваш совет мне не очень нравится. Да, ну, я просто... По рыбе можно? Окей. Вот все. Только не убиться теперь в шипы. Вон, вижу ракушку. Ну, здесь мы нормально, без проблем. Фух. Уже звук начинал нарастать. Опа. Так, сейчас. Я опять по рыбе. Мне как-то удобнее. Блин, хлеб. Прости, хлеб. Да, прости, а что, мы не умираем? А, ну она просто она застревает. Она тебя тормозит. То есть ну она... и, то есть я ты умираешь. Я даже просто не знал, какие свойства у этих шипов. Можно сразу направо. Я пытаюсь. Ай, да, там шипы. Что-то заделось, да. Давай, рыбёха. Да блин, да как? В чем дело-то? Почему? Потому что она, это деревяшка, она раньше начинается. Ну, или короче, что, это камень? Давайте, ну это брёвна вот эти. Пофигу, я таким макаром. Скорее всего, мы близки к финишу. Пора включать. Блин, такое чувство, что мне сейчас худо будет. Фу. О, музычка включилась. Спасибо. Ни с того, ни с сего. Тут миссия, конечно, адовая, вам скажу. Что правда, то правда. Куда мы вообще направляемся? Можно узнать. К своему другу, Миш, ты уже забыл. Я понимаю. Я понимаю, что у рыбки память. Ну что это за пруд такой, бесконечности, я тебе могу сказать. Через лес, такой. Через все, что можно. Он еще сейф. Ты прикинь, это уровень, самый длинный уровень, который я вообще видел в жизни. Что согласна. Это за миссия такая? Я что, на рейд какой-то направился? 24 часа пруда. Да что? Просто, ну... Рыба отдыхает. Моё тоже хочет. Моё рыбье чутье подсказывает, что скоро будет... Конец. Мой. Конец, да. Так, ну да, эта рыба умрет от старости. Так вот. Всё, здесь странно. Сохранялка. Зачем нам сохранялка, если скоро финиш? Вот-вот. Юля, а это плохой знак. Смотри, другие друзья. О,
какой-то мужик, сейчас мы его уничтожим. Или он нас поймает, с собой куда-то наверное... заберет. О, красная рыба. Скорее всего, это так. Он поплавал. Он чем-то управляет. А, он только не говорит, что мы должны попасться на крючок. Или наоборот, мы не должны попасться на крючок. Как вот, вот ты думаешь? Должны мыслить как рыба? Но если мы попадем на крючок, нас поранят. Ну как бы да, вообще-то. Или надо каким-то вот хитрым способом зайти за спину и атаковать его. Ножом в спину. Он, у него сачок, я не знаю, может, надо туда прыгнуть. Ну, хотя это странно. Слушай, скорее всего, Юль, ты права, в сачок нужно. Разгон пошел. Блин. Почти. Ну, ты должен это был заметить, мужик, в самом деле. Конечно, вообще туда ли нам надо? Ну, хотя, может быть, все-таки реально к нему на крючок? Ну, не, ну это же смерть. Блин, ты не видишь перед тобой рыбу здесь? Пытается к тебе. Блин, не, Миш, не, походу нет. Это может, не корзинка. Еще ему в рожу прыгнул. Честное слово. Слышь, упырь. Ну пофигу. Короче, пошли, походу на крючок. Терроризировать этот пруд, блин. Че ты ждешь? Че ты ждешь? Пустой поплавок. Ну давайте. Ням-ням, как вкусно, ням-ням. Ой, поклевка! Фишермен. Что мне вот сделать, чтобы... Я должен попасться или не должен? Спокойнее, спокойнее. А, может, мне реально... Черт, леска порвалась. Так, и... Как я понял, здесь нужно аккуратно, чтобы она как раз не порвалась, леска. Ага. То есть останавливать движение. Видите, я останавливаю, и она не портится. Мужик, ты нам ну, должен. Ну, я вообще-то перед тобой. Чтобы у нас кровь была. Какая еще кровь? Мы должны, наверное, слететь сюда. Надо раздуться. Че, симпатичный? Ну, так давай. Бррр. Да мы сами бы уже до тут допрыгнули. Короче, на этом мы останавливаемся. Лайкуйте, если хотите продолжение. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.